И обращаясь к тем, кто стоял, так скажем, по ту сторону забора, к силовым, чтобы они тоже понимали, мы пришли туда защищать их интерес, их будущее, их детей. Они тоже абхазцы. Ну, многие понимают, они, а да, некоторые нет, к сожалению. Да, они тоже абхазцы. А речь идет о том, что граждане Абхазии станут людьми второго сорта на своей родине. Что им предрекают будущее обслуживающего персонала. То есть... Я вот сейчас у меня этот тезис, я не могу его извинить, Иван. Сперва власть Бжаня заменит абхазский народ иностранным, да, иностранцами, а потом заменит абхазских силовиков иностранными силовиками.